поджарил котлетки и решил сделать на пробу свекольной заливочки. Вот в такой вот, да. Здесь свекла с морковкой, с лучком. Они уже готовые, они пережаренные. Вот это для борщевой заправочки с того года, с прошлого. Вот, добавляем в борщики, в щи, там, и так далее. А вот здесь я решил добавить, котлетки прожарил, решил добавить вот этой вот немножечко заправочки. Сейчас она протушится немножечко, чуть-чуть водички кипяченой добавлю с чайника. Вот. И подливочка будет для толченочки. Толченка будет на молоке и на собственном бульончике, вот на этом. Взбита миксером, воздушная, классная. Короче, отрава.